Темы для обсуждений на классных часах в самарских школах, достижения Самарской области, родной город и его жители, а также правила безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе номер 57 на Всероссийском открытом уроке говорили о правилах поведения при пожаре. Лекцию прочитал представитель МЧС России по Самарской области, а после ответил на вопросы. Мы рассказали учащимся о первичных средствах пожаротушения, какие они бывают, для чего они предназначены, как ими пользоваться. Также напомнили действия, кто не знал, порядок эвакуации в случае возникновения, что нужно делать при пожаре, то есть при обнаружении пожара, как сообщить пожарную охрану. Основная задача таких уроков – научить школьников правильному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Теория не ограничится. В течение учебного года школьники будут сдавать нормативы по скорости эвакуации в экстренной ситуации. Во многих школах городского округа Самара на классные часы и на уроки безопасности сегодня пришли родители, пришли представители органов власти для того, чтобы показать детям, что вопросы безопасности детей являются основными и важными в жизни не только взрослых людей, родителей, ответственных лиц, но и в жизни самих детей. Сложность заключается в том, что в экстренной ситуации нужно действовать немедленно. Нет времени для раздумий. Поэтому у школьников в голове должен быть четкий план действий. Александра Гусева, Максим Гусев. События.